Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа, и сегодня вновь видео про еду, и я избрал вот такой необычный ракурс. Ну, я думаю, кастрюлю, сковороду, столик разделочный и ингредиенты видно. Поэтому сейчас начнем. Сегодня у нас будет суп из фрикаделек. Значит, что у нас здесь? Морковка, лук, картошка, фарш деревенский и немножко манки. Ну, для начала, конечно, режем лук. Так, ну, лук мы будем задействовать весь. Я вообще не знаю всегда, сколько нужно чего, в какой пропорции. Для меня это всегда большая загадка, и я не знаю, сколько получится конечного блюда. Эти вопросы я никогда даже не поднимаю. Некоторых ингредиентов у меня дома не нашлось. Так, я всегда не знаю, сколько нужно масла. Кто-то любит больше масла. Я вот как-то больше масла всегда не лью. Тоже на глаз. Тоже, как эту морковку резать, я всегда не понимаю. Будем резать ее. Так. Резал картошку. Ой, картошку, морковку. Теперь надо картошку также нарезать. Одним глазом поглядываю на лук. И думаю, успею я подготовить эти ингредиенты с фаршем. Ну, не знаю тоже, как его. Его надо, наверное, размять. Фарш, свинина и говядина. Не соленый, поэтому сейчас мы его посолим. Буду это делать тоже на глаз. Я всегда не знаю, сколько соли надо, как она рассчитывается. В общем, ничего не понятно. Я еще буду как перчиков. Так, у меня друзья. И немножечко такой вот смеси, 15 овощей и трав, я думаю, не помешает сюда добавить. Тут куркума, и вообще сюда только нету, и петрушка, и вообще всего полно. Все это мы сюда тоже бахнем, еще так размешаем. Тут, кстати, и соль, и какие-то усилители вкуса, в общем. Так. Лук уже доходит, поэтому я тороплюсь. Так, еще чеснока. Чеснок, конечно, надо было тоже как-нибудь. Я его так чисто. Так. И добавлю его тоже в фарш. Так, все это опять размешаем.
Так, а теперь внимание. Часть лука, я тоже половину ровно лука из этого добавляю тоже в фарш. Так. Сюда я добавляю морковь. Еще масло, наверное, добавлю. Так, а это мы сейчас перемешиваем. Так, и внимание, вот это у меня манка, и я ее тоже добавляю в фарш. Я не знаю, сколько ее надо. Я ее высыплю всю. И тоже это все перемешиваем. И ждем, пока манка у нас смешается и разбухнет немножечко, то есть она должна увлажниться, взять на себя влагу, содержащуюся в фарше. И теперь, буду лепить. Буду сейчас руки увлажню и буду лепить фрикадельки. Складывать буду их вот в эту тарелку. Колобочки. Так, немножечко сейчас помешаем. Колобочки. Колобочки. Так, колобочки сделаны. Так, и сейчас я приступаю к закладке. Так, сначала надо соли немножко еще сюда. Тоже на глаз все это. И закладываем фрикадельки. Так. Смотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас все уже нормально, поэтому тут можно отключить. Оно и так дойдет. Так. Ждем, когда закипят фрикадельки. Сейчас картошка пойдет. Так, фрикадельки закипели. И сейчас я сюда высыпаю картошку.
ну, на вкус. На вкус очень даже хорошо. Немножечко соли, как бы, многовато, но в основном... А вот лук обуглился. Ну, не обуглился, конечно. С луком у меня всегда перебор какой-то получается. И морковка, конечно, тоже крупновато. Мы ее сейчас так вот порубим. Так. Ждем, когда закипят фрикадельки. Сейчас картошка пойдет. Так, фрикадельки закипели. И сейчас я сюда высыпаю картошку. Ну, на вкус очень даже хорошо. Немножечко соли, как бы, многовато, но в основном... А вот лук обуглился. Ну, не обуглился, конечно. С луком у меня всегда перебор какой-то получается. И морковка, конечно, тоже крупновато. Мы ее сейчас так вот порубим. Так, пробую картошку. Да, можно уже. Ну вот. Ну вот, друзья мои, вот, кстати, такой венок из лавра, кстати. Вот и все. Получился у нас вот такой суп. Суп с фрикадельками. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Смотрите, как я готовил суп из щавеля вот здесь. Смотрите, как я готовил суп из лобаня вот здесь. Здесь смотрите еще, как я что-то готовил. А здесь подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч.